Бухгалтер – это тот, кто… Это такая толстая тетка. Записывает в блокноте, кто что положил, что забрал. Финансы, вот люди просят куда-то занять. Например, заказывают, к нему приезжают люди, и он пишет им, куда они выселяют. Бухгалтер – это который носит очки. Ему дают, он записывает, и потом отчитывается директору или государству. Все бухгалтеры носят очки. Это люди, которые дают деньги, очень-очень жадные.